зацвели, и у нас пролески. Вот я смотрю, садух, вот уже полно. Вот еще не распустились, вот вылазят. Они тут размножаются, они так. Вот, короче, так. 28 марта 2023 года. Вот понесли обножку активно из пролесков, из гусиного лука. Короче, как-то так. Пчелы. Вон видно, что синяя обножечка идет. Сейчас мы увеличим. Это желтый сидит тут пчелка. Это гусиный лук. Я сейчас сижу, загородил. Они вокруг меня кружатся. Вот сейчас начнут прям гурьбой прибывать. Практически все уже идут с обножкой. Где-то больше, где-то меньше. Вон синяя обножка с пролеском. Пошли, пошли. Больше, больше. В лес летают. Тут где-то с полкилометра лес. Обножку разнообразную несут. Но сейчас преимущественно пошла синяя обножка. Подснежников или пролесков много, хотя и желтенькую вон они тащат. Я просто перегородил, как всегда, тут сижу, снимаю. Пчелки работают, все хорошо. Вот видно, время 12, первый час, сейчас где-то, сейчас покажу, сколько температура, что на воде там, ну, ветер, сегодня ветрено. Здесь сидят, но не так много. Хотя он пол ведра выпили со вчерашнего дня. Так, обычный градусник. Градусов, наверное, 17 у нас показывает. Да. На цифровом 19,6. С датчиком с этим. Не доверяю этому датчику, примерно он показывает. Хотя иногда совпадает. Пчелки работают. Занимаются своими делами. Кто обножку несет, кто чего, кто защищается. О, молодцы, прям смотрю, смотрю, вот где работают, там и никаких заторов. Они все то влетают, то вылетают. Некогда им тут прохлаждаться. А вот эти у меня как-то не все обножку носят. Хотя он несут обножку, но они тут защищаются. Этот на улице зимовал, мужик. Молодцы, молодцы, пчелки работают. Активно воду несут, обножку. Сейчас поближе попробуем. Вентилируют снизу, сверху. Уйдешь, уйдешь, идет. На этом не буду я такое тоже видео затягивать, тем более ветрено. И я тут мешаю им. На этом.
этом, друзья, всем всего хорошего. До новых встреч. С вами был Андрей, Ясенковская пасека. Всем пока-пока.